Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в патриотическом мероприятии «Россия и Крым. Мы вместе» на площадке культурно-досугового центра «Чистцовский». В нем приняли участие школьники, которые интересуются новейшей историей нашей страны. Восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией воспитанники Чистцовской начальной школы посвятили стихи и песни. Также на сцене выступили солисты вокальных студий культурно-досугового центра.